В рамках профилактики употребления психоактивных веществ для школьников гимназии номер 31 прошли классные часы. Перед учениками 6-11 классов выступили психолог, сотрудник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и инспектор по делам несовершеннолетних. Проводим лекции о недопустимости употребления курительных смесей и наркотических средств, ответственность за употребление вышеуказанных веществ и последствия. Мы им стараемся не то что читать лекции, да, рассказываем, а делаем это в более в таких интерактивных формах, тренинговых упражнениях, беседах, интересных занятиях. Поэтому, конечно, они воспринимают это достаточно легко и спокойно. Дети посмотрели короткометражный фильм, рассказывающий о страшных последствиях употребления наркотиков. Такие мероприятия в гимназии носят не единичный характер. Там регулярно проходят классные часы, круглые столы и разговоры на эту тему.